Новости экономики. На днях на предприятии «Четра» побывали представители компании «Газпром». Речь шла о возможном сотрудничестве. Танцующие бульдозеры – всего лишь часть представительской шоу-программы. Это чтобы удивить гостей. В деле у бульдозеров легкого и тяжелого класса, тракторов и мини-погрузчиков совсем другие задачи. Чебоксарская спецтехника работает в разных регионах страны. В ходе совещания специалисты завода рассказали о новых разработках и конкурентных преимуществах промышленных машин, о сервисном обслуживании и обеспечении оригинальными запасными частями. Речь шла и о возможности применения газомоторного топлива. Очень важно, чтобы руководители, кто будет отвечать за работу своего направления по транспорту, видели то, что здесь есть производство, все этапы этого производства, увидели технику, как собирается. Ну, по сути, это есть, наверное, некая форма промышленного туризма. По поводу нашего взаимодействия с корпорацией «Газпром», конечно, есть много направлений. Мы над ними работаем, в том числе по газомоторному топливу и по другим направлениям.